Привет, молодежь, Гудаури, Грузия, Анатолий и Оля, да? Да. Вот, мы сейчас на высоте 3000 метров над уровнем моря, гора Кудыби. В общем, ну, погода 50 на 50, солнышко, конечно, нет, не как вчера. Ну, в плане полета, конечно, классно. Собираемся лететь в обычный полет. Высота у нас приземления 2200, 800 метров перепада между уровнем старта и посадочки. Для того, чтобы взлететь, мы сейчас немножко пробежимся. И все. И по причин. Да. Когда скажу, побежали, начинаем бежать. Не идем. А вот, как и должно. Должно. Все, что не должно, вот я уже убрал. Вы готовы? Ну да. Вы мы первые. Встреча. Вы мы первые. Сейчас скажу вам тогда. Вы первые, вы на меня положили крыло. Поняла, да? Не садись. Тяни. Тяни. Немножко левее. Хорошо. Тяни. Тяни. Левее. Вау! Я думала, будет страшнее. Ничего страшнее. Давай правую коленку вверх, левую коленку вверх. Это не экстрим? Нет, я за точечкой за следующей пошел. Мы просто ехали на канаточке, я их устанавливал по прежней канаточке. Держите камеру, поснимайте. Thank you.
Они такие... Ну, тут лучше немножко эмоций. Чуть-чуть. Давайте все. Уже все, да? Спасибо. Все, спасибо, я все понял. Понял. Не дурак.